Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бонд. Мы продолжаем играть самые классные карты, теперь уже Warcraft 3 Reforged. Я напоминаю с вами, дорогие друзья, за мной в голосе находится Акаки, Тунат, Канеки Кен и Рик. Куда бежим? Всем привет, налево, вверх, где-то вон там, сейчас я найду точно, где находится. Ребята, вы знаете, что тут ката спавнится по новой? Зомби дефенс, мне тоже такое ощущение, что она по новому спавнится. Да, карта изменилась, там, где я смотрел, тут нет. Ну, смотри, тоже хорошее место, не? Или фигня? Давайте все там, вчетвером. Давай здесь, ладно, пускай. Давай, вчетвером, да, здесь? Нормально. Да, пойдем. Топовая точка. Делать кучу работяг, которые добывают ресурсы, идти добывать ресурсы, дорогие друзья. Сейчас строю второй дом, чтобы добывать, делать еще больше мужиков. Так, я побегу вниз. Больше мужиков, богу мужиков. Я, кажется, знаю, где будет руда, вот здесь вот. Но это еще моя точка сразу, парни. Предупреждаю вас. Сильно не позарьтесь на нее. Вон, а где у вас серебряные руды, там золотые? Там грейдануть надо, я так понял. А, я понял, окей. Знаешь что, надо кое-что проверить. О, так, нашел я... руду. Тут что-то... Алкас, почему? Что именно? Ты один. Ага, ну вот так нужно, чтобы руин не брать себе. Пацаны, не забывайте книжечку использовать. Ладно, я всегда... Книжечка. А зачем овечки, смотри? Расскажи нам. Они все дают золото, ты можешь их убить, если ты ее убьешь, то даст 20 золота она тебе даст. Ну это она разом даст. Да, а так у нее есть синяя мана копится, когда мана копится, она размножается. Все, то есть если подождать, то она раздуплится на несколько овечек, если не... Как сделать кирку? Я хочу сделать кирку. О, пацаны, сейчас мы используем канеки. Никто не знает, но мы сейчас используем канеки с моей пацаны. Канеки используются вот таким, естественно, вообще грязнющим образом просто. Все, понял. Потому что... Мне кажется, до Тоната не дойдет. О, я вижу руду. Сейчас увидим. Моя руда. Моя руда, о, она нет, да, живет таким же, как я. Значит, можно еще одну сделать. Тунат тут бегает. Тут будет руда, а тут нет руды. Блин, очень жалко. Тунат, где вся руда? Одна минута, дорогие друзья. Остается. Хэштег Тунат, верни руду. Хэштег рабочий. Так, а что, там уже ферм наделали? Офигеть. Да. Я вообще нифига не делаю. Я могу еще одну построить, если хотите. Да ладно, я тоже сейчас пойду строить. А у меня золото нифига нет, вот чем вся фишка. Слушаюсь, милорд. Так, машина. Так. Опять за работу. Тунат, ты что тут своих работяг привел, не понял? Нет, не дотянулся. Так. Так, от моего ресурсов мы больше не можем пока найти. К сожалению. Тут с тиром качается вот эта вот шняга, офигеть. Все, я пошел добывать нашу ферму. А пацаны, там как бы время 10 секунд. А, надо строить стены, да, ты имеешь в виду? Ну, что-нибудь хотя бы. Я вот на стены, но хоть я хочу нижнюю часть защищать. Вот она такая красивая, такая прикольная. А, ну да. Все, это замечательно. Когда есть желание у кого-то хотя бы что-то защищать, это уже прикольно, я считаю. Сейчас момент истины. Канеки, смотрите, должен делать денег тебе. Не, бей. Канеки бей. Вот что бил, то и бей. Вот, добей сена, вот ты бил. Вот смотри, Алекс, смотрите, дадут тебе золото или нет? Смотри, дают, да, я знаю, что дают. 7 монет. Сколько? Просто когда ты это делаешь, мне тоже дают 7 монет. Я бью. А надо посмотреть, понял что? Давай глянем, сейчас, смотри, 92. Там зомби уже, парни, зомби. Есть у кого люди? Пацаны, зомби. Быстрее, пацан, у меня нет, ничего нет вообще. Танкуй лицом. Танкуй лицом, нормально все. Мне достаточно факт того, что... Подожди, не закрывай до конца, то надо, дай приведу работяг. А, ты ворота даже нашел как-то, или грейдануть просто? Да, скажи, там грейд. А, ну да. Все, мои работяги готовы добывать. А, можно было маленькую щель ставить, но так. Ладно. Грейжу это. Так, надо грейдить главку. Для главки надо куча золота, у меня нет золота. Абсолютно нет золота. Я грейдну главку. Ты зараза. Постройте еще полей, постройте, пожалуйста, кто-нибудь немножко. Если есть возможность. И чисто там Аркаша один. Блять, хотя, не знаю, сейчас попробуем, просто я не уверен, что достанет нормально оно.
Ну, сейчас я построю еще поле, конечно. О, а я 14 маня сейчас заработал с поля. Это Коннекти, когда вот добил, кажется, или я не понял. Там, видимо, тому, кто добивает 7, и тому, кто этот 7. Понял, что? Да, да, и тот, кто владеет, тоже 7 дует. Да, да, да. Поля достроишь, нормально, кстати, то есть не переживайте. Ты можешь быть инкомером, строя просто поля и делая людей. Ой-ой-ой, у нас пропилил Коннекти, Коннекти, ты спилил точку не ту. Не пили там вообще. Коннекти, уйди, уйди от дерева, уйди, брысь отсюда. Коннекти, убери рабочего. Убрал. Там аккуратно зомби, Рик. Аркаш, руду убирал. Акаки, не пили это дерево. Акаки, уйди более вверх. А, они типа ломают, что ли? Они типа деревья, да, ломаются. Все, понял, просто не имею. Так, сначала я попробую кое-что сделать. Возможно, я буду полезным. Возможно. Ну, вероятно, то как бы не так. Вон таунхолл-то дальше. Так, дефенс воркер есть. И просто воркер. Да, дефенс я сделал. Он сейчас. Может, это уж это и турели. Ой-ой-ой, чини, чини, зараза, чини. Вовсе, парни, у нас пипец сейчас, скажись. Ладно, я тоже трибушеты, я не знаю, что вы там делаете. Трибушеты. Парни, у нас сейчас пипец может произойти. Я готов держать. Да я вижу. О, не, о, я задефал, все нормально. Алекс тащит. Че, тут у нас какую-то тут шнягу вообще. Немыслимо придумал. Ладно, я построил трибушеты. Ля, смотри, сколько их там, там надо еще башню строить. Явно. А трибушеты сильные? У него тип способности, что я могу кинуть камень в какую-то точку. И понятно, сколько он бьет. Вот сюда бей. Очень долгое хд. Слышишь, что? Ладно. Очень долгое хд. Построю. А, я могу уменьшить дальность, и тогда он будет быстрее. А вы знаете, что у нас в воркере тоже есть всякая шняга? Там маркет, шапель. У нас. Во, смотри. Вот сейчас я кину камень, смотри, вот трое стоят. Слышишь, что? Я шотаю зомбаков трибушетом. Куда кинул? Да вот три больших пришли, потому что я кинул камень по троих шотнул. Вот сюда кинь, пожалуйста. А, КД, говорю, КД. Ну, я понимаю, я тебя уже давно просил об этом. Вы знаете, вот, что я, в работяге есть? Я вообще в угол кинул. Ребята, эти, у нас, у меня работяги спят. Зачем они спят? Разбуди. Блин, кайф, классно. Если их бить, то вы их сразу шотаете свои. Stonewalls. А где стены качать, парни? Я видел где-то Great Center, ё-моё. Это Defense Worker. Я, короче, в каком-то рабочем видел необычные эти грейды. Вот. Кто ты? В обычном воркере есть технологий центр. Алекс. А. Алекс, смотри. Давай, смотри. Сейчас, разворачивайся. Давай. Сейчас развернется. Кидай, родной. Да, быстрее, там пипец происходит. А чё, где мой работяга? Парни, работяги, нет. А, ему походу... Во, хватило дальности, кидай. Стой, танкуй лицом. Или нет? Или да, работягу убили. Я половину убил там, что стояло. Не все наполовину убил. А, там у него дальники. Да, там дальники же побежали тоже. Там же полная жесть какая-то. Во, вот так вот. Так, надо больше. Он работяг усыпляет, парни. Работяги спят. Работягу пробудите. Трындец снизу, трындец, парни. Да че, почему опять у меня? Почему я, а не они? Кинул камень, прям в угол кинул камень, нормально. Летит. Почему я? Нет, пробили сверху. Ух, ё-моё. Пробили. А, руина, понятно. Вот это другую стену чини другую. Технологий центр делает эти стены каменные. Я нашел. И, кстати, золота вообще нет. От слова совсем. Блин. Во. Они здесь не могли пройти. Я зря здесь стенку строил. Ранг работяги, чё? Там летающие парни. Мне кажется, или об этом уже кто-то говорил, да, что там летающие есть? Там дальнобойные есть, летающие есть, там... уродцы просто какие-то летают. Ёма, а чё у тебя столько овечек? Думаешь, время убивать их? Не, а почему у тебя их так много? Где мои? Ну, они плодятся. А почему мои не расплодились? Бай, то, что когда команда копится к отца, они плодятся. Ну, типа, они за все это время не расплодились. И как было 4, вот сейчас только 5 родилась. Видать, тех не везет. Убил. Одна почему-то умерла. Так. У тебя способность есть убить, типа, ты можешь. Так я ее не трогал, в этом-то и прикол. Тогда не знаю. А кто стырил? А, это мой работяга. О-о-о. Нас в канале, кажется, не? Я убил всех овечек. Смерть овечков. Сивил Инжи.
А кто у нас еще живет? Аркаша, на которого опять никто не ходит. Ваши войска атакованы. Ну ты посмотри, сколько у него и сколько у нас просто мяса. Нас идет в 10 раз больше. Он еще отошел подальше, поняли? Чтобы его никто не трогал. А возможно... сейчас к нему вся эта арава придет, мне кажется, у нее победит. Не, против этой аравы уже все, никто ничего не сделает. Ты о чем? Там просто мощь. Смотри, звук мяса, смотри, звук мяса. Смотри, смотри, звук... У них грейды плюс 3 почему-то, видал? Урон. Смотри, они умерли? Звук мяса. Да. Почему? Я не знаю почему. Видел, звук там мяса, а каждое мясо 20 колды. Это где-то там 4 сотни было. Да. Но золотишко! Мы мертвы, но мы хотим инком. Да потому что мертвые мертвые, как бы, и что такого? А вот инком это святой. А инком должен быть всегда. Фига у Аркаши киллов, в смысле? Ну они у него прибегают, наверное, по чуть-чуть. Он... Ах, сейчас 36, да, откуда у него так много? Чё-то слишком. Скорее всего, у него просто много башен стоит в одном месте, и они там пробегают, это чуть-чуть, он типа убивает маленьких и типа норм. Ну, что-то, видимо, похоже. Ну, все, вот прибежали от нас. Начинают бежать. Хотя не, этих собак у нас не было, кстати. Собак у нас не было. Ой, собаки следы дают. Неприятные. Там башни, да, летят. Такая страшная тема. У собак 21 хп, кстати, всего лишь. А, у нас... В чем прикол этой карты, что мне нравится крайне сильно, то, что тут минимально... количество здоровья, минимальный урон, то есть вот нет миллионных вот таких вот всяких этих тут вот хп 200, там урон 5-6, ну, типа такие приятные цифры. Это такой вроде немного, вроде типа нет вот этого вот, я не знаю, есть такое ощущение неприятное, когда, по крайней мере у меня, напишите его в комментариях, у вас есть ли такое ощущение, дорогие друзья, когда вот просто вот там 1000 хп, 1000 урона, миллионы урона. Типа я не говорю, да, но может быть под конец такое и будет. Но... босс. Сейчас, хотя ты под конец часов пол... через 5, если вот такой вот перейти от двух урона до миллиона. А у нас это его не было, кстати? Да. Он же побитый пришел. Не было. Нет, скорее всего, рядовой противник просто. А это разве босс? Мне вот не кажется, это рядовой противник. Мне кажется, просто. Это просто, да, танк. Просто мясо. А где все наши? Они придут сегодня или они там остались? Мне кажется, они там остались. А посмотри, у него уже 150 килов. Когда он успел? Я-то убиваю их. Я не знаю, что это занимает. Сено, сено. Ему сено килы засчитывают. Смотри, он сено бьет, килы засчитывает. Вот оно что, убийца. Убийца сена. Просто киллер. Ну-ка, ну-ка, смотрим. 158, 159. Оба. Нет, не засчитывается. Засчитал, смотри, 160 стало. Я ж не просто так сказал, смотри, вот. 163, у меня было. Давай. Смотри, хоп. А, да, не засчитался. Знаешь, там в этот момент зомби умер, видимо. Ну ладно. Уже хотели найти чего-то. Да, да. Да, смотри, какие там зерлинги пошли. Еще сильнее собак. Ну а там почувствовал теперь боль, так сказать. А какой прикол? Зерк слабее обычного маленького зомби. Маленький зомби 2-2 плюс 4. Ну. Плюс 7 с хп. А у зерга хп меньше, атаки меньше, брони меньше. Не, брони, ну, так да. А что у них за бонус на зомби такой бешеный? Я не знаю, что они такие сильные. Это, скорее всего, сложность типа тут выбрал. Это нормал. Это нормал. Так нет, они повышаются, понял? Они ж не просто стоят, они именно повышаются. Что ж, дорогие друзья. Играли мы Zombie Defense 024V, вот название карты. Со мной были Аркаша, Акаки, Тунат и Канеки. Если вам понравился даже на видеоролик. Всем удачи и всем пока. Всем пока. И до новых встреч.